Приветствую всех любителей вышивки, с вами Оксана Тереза. Сегодня у меня видео по запросу. Я прошу прощения, что я затянула немножко это видео. Ну, получается, у меня снимать на неделе на рабочие, снимаю только вот выходные, как получается, так получается. И меня просили сделать обзор наборов вот на этот сюжет. Это, если правильно читаю, Butternut Rod. Девочки, я прошу прощения, я вообще плохо с английским, вы уж извините, вот название бренда. Это схема... Странно, я тут ничего не перепутала, вроде ничего не перепутала. Почему танцы-то здесь? Это BR10 артикул, дизайн Мэрилин Левит. Так, подождите, а этот как называется? Вот же танцы вроде. Да, конечно, я малость, по-моему, перепутала, что ли, их, я не знаю. Сейчас мы откроем и посмотрим. Запросто могла схему не ту положить. Нет. А почему так называется? Это вот, это... Я думала, вот это танцы, слышите? А почему-то называется это вот так. Ну, ладно. Ну, как скажете. 94-го года разработка... Кто не знает, Мэрилин Левит, это вот мама Норы Корбетт, она потом стала выпускать свои схемы под брендом Lavender and Lace. Вот, да, ну это вот как раз танцующая шаманка, если что. Блин, пока на сгибе уже немножко порвалась, это вот она. Ну ладно, ну название почему-то такое, ну ладно, не буду я тут спорить с производителями. А вот танцы. Спирит Дэнсон. Я фиг его знает. Но это вот та самая шаманка с попугаем, которая... Вот. Это та самая шаманка с попугаем. Вот у нее попугай здесь. Вот он. То есть все вроде у меня все в порядке. Все лежало отдельно. Так вот, здесь это довольно-таки старый дизайн. Блин, отсвечивает, конечно. Я вот так ее положу, чтобы она не отсвечивала. Довольно старые дизайны. И я так понимаю, материалы здесь некоторые вышли из производства от слова совсем. Ну, давайте я покажу. И меня попросили именно показать какие-то материалы. Может, какую-то замену будут делать. Поэтому я вам показываю. Я покупала все комплектом. Где купить сейчас это можно, я вам даже не подскажу. Я покупала несколько лет назад. И единственное, я видела только в одном месте. Кстати, виню Инстаграм. Елена. Вот у нее как-то я это видела. Ну, не знаю, сможет ли она привести их под заказ. Это вы уже сами обращайтесь, если что. Так что давайте будем смотреть. Да, здесь сразу по ключу лен идет 28-го каунта. У меня 32-й, такой сырой лен. Что в одном, что в другом дизайне, он у меня 32-й. Ну, не знаю, мне кажется, нормально будет и на 32-м каунте. Хотя по рекомендациям здесь идет по ключу именно 28-й каунт. Ну ладно, пошивем, увидим, посмотрим. Я пока что... Еще не начинаю их вышивать. И здесь ДМС по ключу я не собирала, но здесь вот есть анкор номер 1, белый, 5 моточков. Не знаю, чем ее белый цвет не устроил в ДМС, Мэрилин саму. Ну, вот так. Дальше. Здесь она еще в этой схеме указывает, допустим, да, сколько тут моточков, 2 надо там или 1, вот так. И указывает количество бисеринок. Вот, допустим, вот этого бисера нужно 377. Видите, там 512, там 500. Вот. Здесь есть бусины декоративные. Там 3, там 5 надо. Указала, что нужно вот Ray-Ban Gallery, вот этот вот 01 цвета, 3 штуки. То есть как-то здесь она еще указывает. Во второй схеме она этого не указывает. Ну, давайте я вам покажу. Начнем вот с этой вот нитки специализированной. Она у меня не по ключу. Но я нашла информацию именно в шелковой нити, что замена для вот этого U01 это как раз вот идет SS40. Это такая вельветовая ниточка. Вот она SS40. Вельветовая такая ниточка. Три штуки. И она идет на отделку платья.
То есть вот она, вот здесь она будет. Вот видите, целых три мотка здесь и вот здесь. Я надеюсь, мне трех мотков будет достаточно для нее. Ух, аж даже страшновато стало как-то в каком-то месте. Вот, дальше. Что касается вот этих бусин. Ну, такая, я не знаю, как вам показать эту вельветовую нитку, но я думаю, вот, вот она, видите? Чисто такая вот бахрома нарезанная. Лапша такая нарезанная. Вот дальше идет. Знаете, такое ощущение, что замшу нарезали. Ну, по поводу креника здесь вопросов нет. Он, я думаю, в наличии везде есть. Его можно купить. Это восьмерка здесь идет. Вот такая нитка. Не знаю, продается она сейчас или нет. Наверное, должна. Это Кэрон. Не смотрела ее. Кэрон Watercolors. То есть это не шелк, ничего, не ватерлилис. Это вот такая вот она толстая-толстая вязаная нитка секционного украшения. И она, ее тут, походу, немного будет употребляться, потому что я так думаю, что вот судя по превью, она будет вышиваться вот на вот здесь. Вот здесь она будет вышиваться, скорее всего. И на этом все. Вот. Далее идут бисер Милхил. Смысла я особо не вижу на нем останавливаться. Вот здесь. Здесь примерно по 500 бисеринок и есть каждого. Здесь идет он такой вот персиковый, персико-коралловый, 62036, 02058 он такой идет. Близко к жемчужному, если в пресиосу переводить, да. Желтый, тоже он такой стеклянный, с прокрашенной серединкой 62041, показываю вам непонятно где. Вот вам прокрашенная серединка такая. И голубой. Голубой он такой весь идет полностью, наверное, прокрашенный, да? Вот такой вот. Как показать-то? Вот так его, наверное, да? Вот он. 02064. Чисто такой голубой. Красивый оттенок. Дальше идут вот эти бусины. И вот с этими бусинами не знаю, есть они в продаже или нет. Ищите, смотрите. Ничего не могу сказать. Я не искала. Потому что я говорю, я комплектом покупала. Вот такая вот. Этих, по-моему, 5 нужно, а этих 3, если не ошибаюсь. Вот, ну, вот если смотреть, то вот эти голубые, видите, их прям видно, да? Они вот 5 штук. Это вот, вот тут они. А вот эти персиковые, скорее всего, это вот здесь, наверное, где-то, может быть, где-то здесь в украшениях. Да, вот два вот здесь и одно здесь, скорее всего. Вот. Но все остальное не вышивается нитками ДМС. Вот, и так получается вот такая красота. Вот сижу, думаю, может, она из-за этой нитки предложила 28-й аккаунт. Не знаю. Ну, у меня 32-й. Вот, дальше. И давайте тогда уже на следующую перейдем. Вот, вот эту вот танцующую шаманку. Ничто другое, но для меня не это. Честно говоря, по превью я не понимаю, почему здесь разного цвета идут вот эти бахрома ее по платью, по ее наряду. Но оно действительно, да, и вот по ключу идет U02 и U01. И в шелковой нити информацию нашла, что да, замена идет SS41, а белый вот 01 идет SS40 замена. Также вот употребляются эти нитки. Также у меня целых два мотка вот таких. Сижу и думаю, а зачем тут столько много? Наверное, надо, потому что вот, вот эта вся красивая паутина, вот этот ловец, да, вот этот вот, уж не знаю чего, ловец там. Очень похоже на ловца снов, скажите, такая вот. Она вся вышивается вот этими ниточками, они такие как бы стопроцентный катон вроде бы как, 15 ярдов здесь, А62. Ну, вроде как вот именно вот эта заковыристая нитка, ее вроде как сложно найти. Ну, посмотрим. Еще здесь есть нитка Виспер. У меня тоже, по всей видимости, какая-то замена, потому что по ключу идет Виспер 89. Нет, у меня 89-я не замена. То есть замена идет чисто на вот эти U02 и U82. Вот.
Ха-ха, У-82. А у меня... А я не обратила внимания, да, на это. А у меня идет замена для У-01. Видите, я внимания не обратила. Прям печалька-печалька. Ну, посмотрим. Посмотрим, как оно будет вышиваться. Может быть, придется еще и поискать. Я же говорю, я покупала вот это комплектом. И почему же она идет именно такая, я, честно говоря, не знаю. Вот. Ну вот, кстати, А62, пожалуйста, в шелковой нити есть. Так что... В общем, изучила я этот момент. Вот У82, который у меня нету, как оказывается, она идет вот по периметру вот этой вот сети. И я сижу и думаю, а вот может быть полностью сделать сеть просто вот такой вот браво ниточкой. Честно говоря, не знаю. Вот, но судя по схеме, она идет вот по периметру, вот эта вот ниточка. И здесь еще надо У02, который идет СС41. Да, вот она. Вроде как. А вот этой ниточки здесь нет. Ее можно спокойно к белой шаманке перекидывать и все. А этот вопрос решает, нужна ли мне нитка У0, У82, которая заменяет, искать ее или нет. Или все-таки тогда уже вышить полностью всю вот эту паутину, сетку вот эту ниточками Браво. Вот как-то так. Ну, в общем, вот так. Наконец-то я изучила этот вопрос. Полезно, оказывается, видео снимать. Так, обзорная с обзорами материалов. А то я купила и успокоилась. У меня все есть. Ура! Так, бисер. Бисер вот желтого. Две коробочки. Я не знаю, надо ли тут две. Говорю же, покупала все комплектом. Просила мне укомплектовать. Так. Дальше. Золотой. Вот идет достаточно популярный, но он у меня есть еще. Вот еще раз вот этот вот голубенький 02-064, как в предыдущем дизайне. 0263 чисто красный. Ну, тут такого добра и в Пресиосе полно. 0265. Пожалуйста, вот такой яркий. Вот этот вот 030. Он такой тоже. Он весь идет такой полностью окрашенный, да? 03017 такой кремово-персиковый цвет. И вот здесь изюминка. Вот такой вот огромный стеклярус. Просто километровый. Какой-то больше сантиметра, по-моему, одна палка. Продукты of Japan. Так, наверное, говорится, да, правильно. Вот. Вот это такой огромный-огромный стеклярус. И вот этот вот. Здесь его, кстати, можно тоже заменять, я так понимаю, мелхил на какой-то другой, по всей видимости. Так. А зачем он мне тут нужен? Я его покручу, не вижу. А, нет, есть. Есть такой бисер. Он точно здесь есть. Покручу. Вот. Идет. Он тут есть. Ну, посмотрим, что это будет. Так, когда будем вышивать, будем уже разбираться. Очень красивые дизайны, очень интересные. Меня здесь все устраивает. Ничего переделывать, я считаю, здесь не нужно. Очень здорово все. Вот. Вот такие две красотки. Лен у меня для них одинаковый. Здесь тоже вот этот сырой лен. Вот такая вот Свайгард. Одинаковый абсолютно цвет. Вот они, но, хотя здесь вот они разные. Здесь идет лен другой по ключу, но я думаю, что можно будет его самостоятельно подобрать. На этом у меня все. Надеюсь, вам это видео было интересным и полезным. С вами была Оксана Дереза. Пока-пока, и пусть ваши вышивальные мечты обязательно сбываются.